В Краеведческом музее состоялось открытие археологической выставки «Сокровища древнего Тараза». В Петропавловске она проходит до 15 августа. Жители и гости города смогут увидеть больше 250 редких экспонатов. Наша съемочная группа побывала в хранилище истории. В областном краеведческом музее новые экспонаты. Сюда привезли редкие археологические находки древнего Тараза. Более 250 экспонатов привезены вот в ваш город для ознакомления жителей с уникальными ранне-средневековыми произведениями ремесленников, торговыми предметами, которые были в ходу на Великом Шелковом пути. Все эти артефакты были обнаружены в Таразе за последние несколько лет. Единственные в своем роде, они хранят память давно прошедших лет. В сердце современного административного центра находится древнее городище. Здесь постоянно ведется научно-исследовательская и реставрационная работа по созданию музея под открытым небом. Мавзолей 13 века. Внутри сохранилось надгробие с полным именем усопшего. Предметы быта, изделия из керамики, элементы фасадов древних мавзолеев. Чтобы предстать в таком виде, после раскопок редкие артефакты проходят долгий процесс реставрации. Жемчужина выставки – клад ювелира. Его нашли в 2015 году. В глиняном сосуде лежали украшения из серебра и золота. Также интерес у посетителей выставки вызвала коллекция нумизматики. В ней оригинальные монеты с 8 по 19 века. 9 век. Поражаюсь тому таланту тех людей, которые творили еще в то время. Это прошло уже 1000 лет, даже больше 1000 лет. Но современное звучание сегодня чувствуется вот в каждом изделии. Мне понравилась эта выставка, что приехала в наш город, что все могут своими глазами это посмотреть. С выставкой «Сокровища древнего Тараза» уже познакомились жители Костанай и Астаны. В областном центре она будет открыта до середины августа. Дарья Пышмынцева, Рустам Тлеужанов, новости МТРК.